Вот мы идем колонной по городу Перми. День пограничника. Ну так, что сделать? И я вот тоже в колонии. Как раз, так сказать, такая традиция 28 мая. Ну не всегда получается, конечно, ну стараюсь, это молодость, лучшие годы и так далее. И вот мы ходим. Большая колонна. Но это только в Перми. А в том же программе призывались из районных городов, из деревень. Очень много. Нет. Очень много, так сказать. И так далее. Поэтому, в принципе, большая такая сегодня, кто послушал. Это очень много.